Сегодня в России день общенационального траура. Татарстан вместе со всей страной скорбит по погибшим в Кемерово. В республике приспущены флаги, отменены развлекательные мероприятия. На телевидении и радио не будет рекламы. Татарстанцы несут цветы, зажигают свечи, минуты молчания вспоминают погибших. Мэр Челнов проверил торговые центры Автограда. Образцовый порядок нужен в таких вещах, заявил Наиль Магдеев. С инспекцией он побывал в 4 торговых комплексах. В некоторых из них не обошлось без нарушений. Пути эвакуации завалены, огнетушители просрочены. Республиканская конференция мусульманок открылась сегодня в Казани. На форум приехали около 100 участников, в том числе из Башкортостана, Мордовии, Ульяновска, Мариэл. Главное в обсуждении – вопрос реализации социально значимых проектов.